Дмитрий Размовский родился 16 марта 1968 года в городе Ульяновске. В первый класс Дима пошел в начальную школу номер 9, затем продолжил учебу в гимназии номер 1 имени Владимира Ильича Ленина. В школе был отличником, активистом и спортсменом. Звание Героя Российской Федерации и почетного гражданина города Ульяновска присвоено ему посмертно за подвиг в Беслане. Но это не единственный героический поступок Дмитрия Разумовского. По словам близких, любовь к справедливости и храбрость были присущи ему всегда. Как-то тоже, идя с увольнения, значит, увидел, молодой человек идет с повязкой на рукаве, и там свастика, значит, нарисована. Ну, он не мог пройти мимо в силу своего характера вообще. Вот. Он ее, естественно, остановил, начал, так сказать, воспитывать. Борьба с преступностью и терроризмом были не просто работой, а призванием Дмитрия Разумовского. Память героя чтят в Беслане и, конечно, в Ульяновске. Родная школа хранит память о подвиге своего выпускника. В музее гимназии номер 1 на постоянной основе представлена экспозиция, посвященная жизни Дмитрия Александровича Разумовского. Хранятся фотографии, информационные справки и вещи Дмитрия Разумовского, переданные школе его сослуживцами. Рядом стихи учеников в честь него. Также Герои России выделено место на Аллее Славы в гимназии номер 1, а в 2019 году на фасаде открыта мемориальная доска. Ежегодно проводятся памятные мероприятия в его дни рождения и смерти. Ну, во-первых, это с утра классные часы, посвященные памяти Дмитрия Александровича Разумовского. Это митинг, когда мы являемся главными участниками и в школе, и выходим вместе к памятнику Дмитрия Александровича Разумовского на площади Ленина. И именно здесь несем корзину в память о нем, и ученики гимназии стоят на посту. О Дмитрии Александровиче Разумовском и его подвиги помнит каждый ученик гимназии номер 1. Кто такой герой? Лично для меня это тот человек, который живет по законам доблести и чести, который готов отдать свою жизнь ради других. Ярким примером, конечно же, является Дмитрий Александрович. Бессмертный подвиг Дмитрия Александровича Разумовского навсегда останется в памяти наших земляков. 16 марта в Ульяновской области в честь его 55-го дня рождения возложат цветы к памятнику героя и пройдет открытый городской фестиваль современной патриотической песни «Время выбрало нас». Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.